have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, у нас обновленная белая версия, да, я там говорил, что карта, я сейчас попытаюсь как-то это все на память. Минуточку, а тут что у нас было? У нас был коридорчик, ничего у нас тут не было забить. А что у меня с собой? У меня с собой один... шокер, который я на всякий случай одену пока что. И один запасной патрон на револьвер, что у нас... Я немножечко подзабыл, я не играл достаточно долго, наверное, неделю. У нас есть один патч и один это для смеси, хорошо. Один автохиллер остался. Так, 4 термо-дерма вот этого вот... Слушайте, я про него подзабыл, это хорошая штука. У нас есть винтовка. 10 патронов на нее. У нас есть ракетница с 3 ЭХЕшечки и 1 фаер. Хорошо. Плохо, конечно. Мало. Мало. Вообще всего мало. Это камера. Ладно. Записки, я так понимаю, что... Подождите. У меня там один файер был, да? Давайте я его использую. Пойду положу ракетницу на место. Одна из этой парочки уже не встанет. Это хорошо. Так, и осталось 5 патронов. 5 патронов, это трындец как мало. Да почему ж ты каждый раз это... я, кстати, не знаю, какой длины сегодня будет серия. Так, тут заперто. Сюда можно. Это не к сейфу, это к сейфу. Хаешечки. Чтоб я помнил, вы что, издеваетесь? Я это, по-моему, даже стер уже. Или нет? Сейчас, погоди. А, не, фабричный код 204512. Я некоторые вещи стер, некоторые нет. 204512. Чудеса. Карта. Блин, ключи от аудитории, да, спасибо. Я теперь, наверное, понимаю, почему этот сейф оставался красным на тот момент, типа, что его можно повторно реюзать, потому что это аж здесь будет. Ты уже была здесь. Да, я знаю. Du warst hier. Ну да, да. Zusammen, вместе. Вместе к победе над империей. Есть такое. Хаеш... Зачем я хаешки с собой таскаю? Почему их... Трындец как страшно.
Ну, это реально некомфортно. Мало того, что мне пришлось на них два патрона потратить. По крайней мере, они по... И, твою! До свидания, наша встреча была ошибкой. Да ну нафиг. Так, стоп. Хаешки. Время, по-моему, как раз хаешки использовать. Соединить. Две хаешки, да? Я не хочу, чтобы меня ударили. Я очень не хочу, чтобы меня ударили. Вот этих бы поджигать. Ну, блин, я не могу тратиться на... Меня не ударили? Не ударили, хорошо. Последняя хаешка заряжена. Предмет ключ, хорошо. Вот эти со щитами, трындец какие противные. Я сейчас посмотрю, буду я сюда еще ходить или нет. Дыра, кажется, безопасно спуститься. Да. Не буду их тогда же... Блин, там может что-то было в этом ящике. Не подошел, не посмотрел! Печаль! Ты изменилась. Как будто кто-то разобрал и собрал все снова. Не понимая, как что работает. I have become whole again. Я стал снова целым. Я не ношу маски. Я ненавижу абсолютно все. Возможно, это ад. Это специально было оставлено пустым, и сейчас... Ротфронт. Ладно. Кольцо. Какой-то набор образов просто. Трындец. Где я? Вашу за ногу. Так. Кажется, не хватает наборного диска. Ясно, чтобы крутить. Карты. Карта! Так, во-первых, хаешку тогда убираем пока что. Берем, у нас три патрона осталось. Надо было сначала проверить. Что-то тут жарко, подождите. Pipeworks. Отлично. Сюда тоже можно. Почему? Открывается с другой стороны шорткат, понял. Commercial corridor. Но мне туда надо, если что.
Вот это со щитом надо будет спалить, если получится. А, так, это... Мне осталось только хаешка, вы чё? Бэкьярд. Мне бы сейф, пожалуйста, можно? Открывается с другой стороны еще один шорткатец. Открывается с другой стороны. Это не то место, где мы в прошлый раз шотган нашли? По-моему, то, если я не ошибаюсь. Давайте еще сюда наверх сходим. Мне сейф нужен. Очень, очень быстро, очень срочно. Ну, по сути, коробка нужна. Холлвей. Мне остался один шокер и один выстрел из хаешки. Дверь закрыта, вероятно, открывается с помощью кнопочной панели, расположенной рядом. А, кнопочная панель. ITOU. Я пока не знаю, и такого вроде еще не было. Так, через Pipeworks можно пройти, там есть открытая дверь. Но там пройти нельзя, там, по-моему, слишком... горячо, и меня это обожжет. Я не хочу сейчас пробовать, пока не нашел сейва. Мне это кажется... У-у-у, проскочили. Патроны 8 миллиметров, 15 штук. ППшечка. Предмет-автомат. Я бы сказал, что это что-то новое и прикольное, но, к сожалению, ППшку мне проспойлерили. Я знал, что она здесь будет. Я не знал, на каком этапе, когда, что, но я знал, что здесь будет ППшка. Вот она у нас и появилась. Так. Ваш запрос на автомат типа 84 успешно обработан. Ответственное лицо командующий. Калибри. Блок страж. Рост. Так. Драхи типа 84. Огонь очередями. 120 патронов. Утюн 8. Калибр 8. Компактный 8.22. Так. Это у нас ППшечка, про которую, да? Слесарь сказал, что изготовление запасного ключа займет не меньше одного периода. Второй ключ у моей племянницы, но она сейчас в госпитале. Камила Йон. Госпиталь племянницы. Ключ от фотомагазин. Осторожнее. О блоке стражи сектор С. Говорят, в твоем районе действует имперский шпион. Из штаба квартиры Айон на Хаймате для проведения расследования был направлен протектор для спецоперации. Он должен прибыть в течение 6-12 циклов. Не стоит говорить, что если он добьется успеха, это плохо отразится на твоем послужном списке. Ты знаешь, что делать. Ага. Скоро местный командующий проведет оценку твоей эффективности. Как это делается каждый сезон. Помни, что от этой оценки зависит, заменят тебя или нет. Ключ от книжного. Я помню, что в целях патрулирования тебе нужен доступ к книжному магазину. У нас нет запасного ключа от передней двери. Однако ты можешь воспользоваться черным ходом. Там есть пульт для ввода пароля. Код день рождения моих дочерей. Примечание. Они родились в Венетте. Проверь последние 6 цифр их ПКЗ идентификаторов с наилучшими пожеланиями. Так, это фоткается. Потому что, мне кажется, это будет у нас подсказка к паролю, который к той двери. Перевод. Нет перевода. Оценка. Кому калибри? Это все вот это вот калибри, которая... Калибри R1604, протектор. Это она. Калибри протектор? Не, ну в принципе логично, просто что-то... У меня в голове протектор это была одна модель, а калибри это другая модель, ну в общем-то... Можно и так!
Постбокс. Тут больше ничего нету. Сейв. Термитная шашка, да, которую я возьму с собой. Так, патч латанный, да. Получается, у меня револьверных патронов вообще не осталось, да? Да, вообще не осталось. А, значит, ты, дружище, уходишь. Тридцать штук, это его максимальное. Хорошо. Шашку я возьму сейчас. Я пойду сожгу того чувака со щитом. Пошел он нахрен. Одну хаешку я с собой, наверное, тоже возьму. Блин, патч надо положить точно. Патч надо положить. Шокер я себе оставлю. Это я сейчас пойду использую. В принципе, пока что все логично. Вот здесь сохраняемся. Так, хорошо. На тех чуваков я пока что постараюсь не нарываться. На самом деле, я бы, наверное, потратил бы на них лучше пистолетные патроны. Но это уже, как говорится, не мне решать. Вот, вот эта вот огромная тварь. Ее надо сжечь. Ну что, вот эти две трызды мелкие, хрен с ними. Они хоть и лежат неудобно возле двери, но... Так, это обе открываются с другой стороны. Понятно. А, пароль, это день рождения. Учитывая, что они там то-то, сё-то. Короче, там пока еще непонятно. Хорошо, я пока что с ППшкой. С ППшкой. Идем мы сейчас... Так, F там нужно, чтобы это... Можно через Pipeworks пройти, можно... Вот здесь у нас еще три двери через Hallway. Мы пойдем через Hallway. Hallway! Я сделал глупость сейчас. Подождите, ребят, минуточку. Я думаю, что я зря начал вот это вот все ходить, делать. Нам нужно разобраться с вот этими ребятами вначале. Блин, я его фонариком луплю. Я думал, что у меня эта штука взята. А, офигенно вышло. Еще одна попытка. Фигово, я хаешку потратил на обычного моба. Где? Вот кто из них теперь со щитом? Ладно. Нет, того я все-таки пойду сожгу. Это тоже со щитом может стать, и это будет неприятно. Но, черт побери, того мне все-таки сжечь надо. Здесь я просто не определю, наверное, кто из них кто, кого мне сжигать. Здесь я могу вот так вот подойти и, типа, цешечку. И будет нормально. Стреляет он бёрстами по 3 патрона, выходит, да? Меня не задели, меня не задели.
этот, ракетницу возьму с собой, пистолет-ракетницу. Пока что вроде место есть. Поставлю вот так вот. А чё ты меня сразу бьёшь-то? Ты же ещё не вылез. Этого даже добивать не понадобилось. Шотик. 4 штуки. Гранаты. Да. Значит... Она меня ударила сразу. Перезарядить. Одна хаешечка, патроны. Серьезно, 3 патрона осталось, но они закончатся. Что это за... Это маяк какой-то? Что за фигня происходит? Это наверх. Лестница наверх. То есть я могу теоретически безопасно. Перезаряжаем. Перезаряжаем. Патроны на шотик пока что так. Заперто, нужно ключ. На дыре есть табличка. Комната 0512. Замок сломан. Сюда можно. Тут их 2 штуки. Там вентиль, который мне нужен. Много трачу, очень много трачу. Так. О, на револьвер патроны. Празднование Монтфеста отменено из соображений безопасности. Сезонное празднование Монтфеста относительно новой, но уже укоренившейся традиции в большинстве регионов Ротфронта будет запрещено дальнейшее уведомление, объявило сегодня Государственное управление протекторов. Существует угроза общественной безопасности. Протекторы проводят расследование. Граждане могут выходить из дома исключительно на работу и должны сообщать о любых подозрительных действиях своему блок-стражу. На вопрос касательно слухов об имперском шпионе, якобы живущем в секторе С, представитель государственного управления протекторов лишь повторил свой призыв к сограждан сообщать представителям правопорядка о любой подозрительной деятельности. Шпион. Да-да-да. Ой, нитропатроны. Я на них как-то вообще подзабил. А, так, вентиль. Да, запираем. С другой стороны. Оно непонятно так как-то шевелится. 4 патрона. Тут обойма. Неплохо, неплохо. Дали нам патрошечек. 2 патча дали. Патчи, наверное, пока что трогать. Я не знаю, не надо будет подлечиться, конечно, но все же. Ну что ж. Можно еще вниз сходить. Пока у нас есть еще патроны в нашем нынешнем оружии, можно попробовать... В смысле оно живое? Что там происходит нахрен?
Патронов у меня не осталось вообще никаких на тех пушках, которые у меня сейчас. О, проявочный баг, да. Сюда пройти нельзя, сюда пройти можно. Украденный документ. Только для гештальтов техников, работающих с репликами, тщательно отобранные до, со стороны Айон отдельные граждане нации с помощью криогенных технологий надолго сохраняет нейронные, сохраняется нейронный архив... И каждый из них становится нейронным паттерном для новой модели реплики. Чтобы сохранить образ реплики как чистого идеала, оригинальный гештальт стирается из документов и общественной памяти. Во время производственного процесса, когда опытные биорезонансные техники копируют эту нейронную структуру в новый модуль, множество эпизодических... Сорян, ребят. Сейчас, где был этот документ? Так и документов памяти во время производственного процесса, когда опытные биообразцы и техники копируют эту нейтронную структурную модель, но что эпизодические воспоминания меняются и подавляются. Хотя получившийся реплик сохраняет навыки и характер исходного гештальта, она при обычных условиях не сможет вспомнить отдельные события из жизни донора. Это гарантирует, что реплика будет исполнять свои обязанности, не отвлекаясь от личных... не отвлекаясь на личные воспоминания донора. Однако даже в условиях самого лучшего обслуживания реплика может подвергаться воздействию стимулов, способных поднять на поверхность воспоминаний гештальта. Хотя деградирующие таким образом модули не представляют конкретной опасности, как и модули с деградацией личности, они могут растерять множество своих преимуществ по сравнению с гештальт-рабочими. Так как выявить деградацию личности при внешнем наблюдении довольно сложно, командные реплики для мониторинга подчиненных модулей прибегают к биорезонансным технологиям. В целом рекомендуется быстро выводить из эксплуатации и заменять модули, прежде чем снизится их производительность или они начнут демонстрировать явные признаки индивидуализма. В случае нехватки боеприпасов по решению местного оперативного командования могут применяться альтернативные методы вывода модулей из эксплуатации. Короче, убийство реплик, чтобы они не бунтовали. Я понял. Мне интересно, что здесь. Здесь очередные психи. Я просто хотел, чтобы у меня комнатка Атриум. Мы сейчас идем сохраняться, ребятушки. Мы сейчас идем сохраняться. На этом этаже у нас Атриум. У нас просто нету здоровья и нету боеприпасов, чтобы продолжать данную экспедицию. Поэтому мы сейчас... Да, у нас там вот еще одна комнатка, которую я хотел чекнуть. О. Нет места. Супер. Использовать... У нас тут еще потрошки и... О, картина. Кажется, под красной картиной находится игральная карта. Слой краски слишком толстый, чтобы достать карту. Придется разбавить краску. Так. А это разве не сюда? Нет, ясно. То есть мне сюда в любом случае еще придется вернуться за патронами и разобраться с картиной. У меня с собой полные карманы всего того, чего, наверное... Естественно, оно проснулось, блин. Я не хочу сейчас с этим связываться, и мне это все сейчас не надо. Давай сюда. F, эти патроны... Пока что все сюда. Эту штуку сюда, эту штуку сюда. Эту штуку отсюда. Теперь мне нужно вот это и вот это. Их мне нужно перезарядить. Соединить с этим. Использовать. Перезарядить. Перезарядить. И с этими пушками мы как раз пойдем дальше. Теперь мы сохраняемся. Вот здесь, в Родфронт. И думаю, на этом будем тогда серию заканчивать, ребятушки. Я верил, что она, скорее всего, будет покороче.
это не такая уж и проблема. Есть у нас немножечко пушек, то, что придется вон ту штуку опять валить, это неприятно, но ладно, что поделаешь. Пока что на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.